Здорово, народ! В этом видео я вам покажу очень потрясающий бой с Хогом 2.6 с эволюцией ракетницы. Этот бой был настолько интересным, настолько жестоким, что его обязательно нужно досмотреть до конца. Смотрите, здесь я решил просто заменить. У меня был бомбер, поставить ракетницу. Я думал, честно говоря, мы либо выиграем, либо проиграем быстро, но не тут-то было. Вы просто посмотрите, что у него за колода. Ладно, у него Меган, Мини-Пека, Мортира. Хорошо, это я еще что-то понимаю. Мышки у него есть, также у него есть тоже ракетница. Вроде бы ничего не предвещает беды. И колода, ну, 50 на 50 уже себе такая. Мы вот здесь пробуем Хогом уже проскочить. Я тогда офигел, когда он выставил мортиру, честно говоря, поскольку, ну вот что у меня остался? Мушкетка, вот я сейчас мушкеткой законтрю и духом мини-пеку. Я думал, он тычку все-таки даст, а нифига. Вот. Осталось, смотрите, что у нас осталось. У нас осталось просто 6 эликсира, и у него выходит гиг-скелет. Я просто охренел. Чтобы еще и гиг-скелет здесь был. Но мы здесь, смотрите, сделаем вот по такому принципу. Мне очень нравится ракетница. Поэтому вот, выпустили големчика. Он его отвлек, ему немножечко по вышке нанесли все равно дамага. Так, нужно выставлять кого? Нужно сейчас Хогом мы выставим. Опа. Чтобы чуть-чуть отошел скелет и не задел нашу вышку. А Хог тычку-то дал, тычку-то дал. Так, а у нас снова идет мушкетка. Просто мы здесь, я не знаю, посмотрите, просто на хп вышек мы никто друг другу пробраться не можем. А вот смотрите, опа, и мушкетки друг друга поубивали. Здесь нечестно было, как мне кажется. Но у моей мушкетки вообще хп мизер был. А у того еще довольно-таки неплохо. И все равно они одновременно умерли. Так, у нас эволюция ракетницы у меня уже доступна. А, ждем подходящего момента. И паба файер, блин. Да, здесь файер я, конечно, кинул зря. Но посмотрите, что у нас надвигается. Как я сейчас это буду все контрить. У нас пошел голем, голем. Опа, оп, ракетница. Ракетница просто огонь. С Хогом 2.6, мне кажется, это просто сказка. Главное просто научиться хорошо играть. Вот здесь сейчас будет вообще круто. Бац, у него еще скелетики. Тут мыши понакидал. Вообще, бревно идет дальше. Просто не оставляя никаких шансов этому челику. Просто, вот смотрите, пушка не достает до мушкетера. Почему? Суперселл, увеличьте и этот разброс, чтобы она могла тоже атаковать. А тут так-то нечестно получается. Ну, прикиньте, это просто, считает чел, я вот выставил пушку, потратил эликсир. А оно все. Мушкетка убила и даже пошла дальше, просто по своим делам. Так. У нас, как видите, уже 2x. Сдаваться никто не собирается. Опа. Просто Меган, Мегана кружим, кружим Мегана. Здесь вот эта еще бочка со скелетами. Сам еще гиг-скелет. Отталкиваем бревном как только можем. Ракетница плюс дух очень сильно помогает. Благодаря крутим цикл. Плюс замораживает. Это вообще просто сказка. Бой на самом деле очень интересный, как по мне. Оп, фаером, только зараза фаером промазал по ракетнице. Ой, по мушкетерке. Так, ну что же, у нас 800 хп на вышке, он выставляет Мегана. Теперь смотрите, что будет дальше. Так. Опа, оп, ждем мушкетка, мушкетка. И что же? Оп, духа, духа. А вот дальше... Смотрите, ну по сути что, я выставляю опять пушку, я вот, кстати, здесь очень испугался, потому что гиг-скелет близко очень подошел к моей вышке, но тем не менее, урон все равно его, бомба не застал мою вышку, а ракетница, гляньте, три ракетницы просто бегут, вроде бы красивый, бабах, Меган, выскочил, обломал все, здесь Хога я, наверное, выпустил все-таки зря, он сейчас даже, да, тычки ни одной не дал, но тем не менее... Здесь отдефаться будет, гляньте, очень трудно. Пека опять подошел близко. Просто благодаря тем картам, что они стоят по маленькие капли эликсира,
я смог выдержать этот бой. Просто опять выставляем, опять. Смотрите, у нас 9 секунд остается. 9. Просто. Вообще, что происходит? Чисто мушкетка и ракетница. Туда-сюда, туда-сюда. И в итоге победа у меня в кармане. Ну что же, бой, как мне кажется, получился достойный лайка и комментария. Напишите, что вы думаете по поводу этого боя. Вот. И обязательно подпишитесь на канал. Хок 2.6 еще жив народ. Всем пока, с вами был Теплый.